На восстановление Арыси необходимо около 20 миллиардов тенге. Такими подсчетами поделился глава комитета по ЧС. При этом Владимир Беккер подчеркнул, что цифра предварительная. Ущерб до сих пор оценивают эксперты. По предварительным, скажем так, первоначальным сведениям говорилось, что 7600 домов. Значит, на вчера вечер уже чуть больше 8000 объектов находится. Я сказал, что вот цифра около 6 тысяч повреждено, эта цифра не окончательная. Но вчера мы обсуждали этот вопрос. Ущерб приблизительно в районе 20 миллиардов. Дезинфекция города завершена. Ветеринары утилизировали туши погибших домашних животных. Все это время в Арыси работали саперы. Они обнаружили и вывезли свыше 11 тысяч фрагментов боеприпасов. При разминировании железной дороги там между путями находился снаряд, не разорвавшийся, но переведенный в боевую готовность с боеголовкой, там, взрывателем и прочими вещами. Специалисты даже в шоке были там, но его удалили потом. То есть вопрос, конечно, достаточно серьезный. Рисковать в данном случае не надо. Активное участие в восстановлении домов принимают алматинцы. Специалисты уже осмотрели дома и подсчитали бюджет ремонтных работ.